Октябрьская, Пушкинская, уходящая затем вправо асфальт, идущий в береговую уходящий. Ну, еще остановился, то бросаем все дела и в светофор за луком севком, пока он дешевле 226 рублей за килограмм. Какой красивый лук севок. Мелочи приятно, просто красивый баннер. Па-па-па-па-па. Я думал, тут оно будет базироваться какая-то. Или, может, потом будет строиться. Кто-то же въехал, вот, блин, в этот уголок. Трудно было человеку 10 тысяч лет назад. Он пешком ходил в аптеку на работу в засад. Он не знал велосипеда, да-да-ри-да-да-да-да. Да-да-да-да-да-да-да-да-да, колеса. Солнце на спицах, синева над головой. Ветер намчится, обгоняя шар земной. Метры убегающие вдаль. Сядешь и просто нажимаешь на педаль, даль-даль-даль-даль. Даль-даль-даль-даль. Кошка перебежала дорогу. Черная. Че, девки, девицы, что же делать-то? Плюнуть через левое плечо 3 раза. И все. Точно.